Сейчас мы рассмотрим горку трика на флисе от фирмы Барс. Состоит она из куртки, штанов и подтяжек до них. Основной покрой костюма не изменился. Куртка выглядит точно так же, как и обычная горка трика, но с некоторыми изменениями. К примеру, здесь клапан, который застегивает нашу куртку, выполнен не просто пуговицами, а пуговицами на стропе. Капюшон регулируется теперь еще и сзади. Можно его утянуть по размеру. Те же карманы с косыми клапанами на пуговицах, тоже которые выполнены на ленте. Тут все то же самое. Еще изменились боковые карманы на рукавах. Здесь теперь нашита панель велкро для крепления патчей. И карман расстегивается сбоку при помощи молнии. Все остальное сохранилось тем же самым. То есть сверху накладки из ткани рипстоп, основной материал брезент, утяжки на рукавах, манжеты тоже утягиваются по руке. Внутренняя подкладка выполнена из флиса. Вот вы можете видеть внутреннюю подкладку. Два кармана на пуговицах внутри. И большой карман с сеточкой с правой стороны, поделенный как бы на два отделения, на одно и на второе. Снизу куртка утягивается при помощи резинок, которые спрятаны за тоже за сетчатой материей. И с другой стороны такая же резинка. На талии тоже резинки для более удобной посадки. В штанах тоже появились некоторые изменения. Помимо того, что задняя часть стала чуть выше для того, чтобы прикрывать поясницу, здесь еще изменилась ширинка. Она теперь на двух пуговицах. И молнии, что, на мой взгляд, очень удобно. Широкие шлевки под ремень, они остались прежними. Здесь же два больших накладных кармана по бокам, на пуговицах, на стропе, с одной и с второй стороны. Два вкладных кармана спереди. И сзади два кармана, теперь они на молнии, вместо клапана с пуговицами. Еще есть небольшие отделения, которые находятся между вкладным карманом спереди и задним карманом. Они на велкро. Сюда можно тоже что-нибудь убрать. Они как на одной, так и на второй стороне. Еще приятно порадовало то, что теперь пыльник выполнен не просто вставкой с веревочками, а здесь теперь присутствует петля, которую будет более удобно держать его на ноге. Вот таким образом будет выглядеть лямка пыльника на ноге. То есть она фиксируется снизу. И тем самым мы можем очень удобно одеть обувь, например, берцы. Сверху это все закрыть верхним клапаном. Все остальное, в принципе, то же самое. Те же резинки сзади для утягивания и резинки снизу. Теперь о лямках. Они крепятся здесь точно так же, как и на всех горках, сбоку. А они тоже получили небольшое видоизменение. Они теперь не треугольной формы, а такие прямые. Тоже сделаны из прочной резинки. На спине они перекрещиваются друг с другом. Задняя часть чуть короче, чем передняя. Поэтому более длинной частью мы крепим вперед. И застегиваются они теперь только на одну стропу, только вот так, нету дополнительной петли сверху. Из-за того, что костюм утеплен флисом, его можно носить даже в холодную погоду. Еще хотел отметить, что в капюшон встроены утяжки со шнурком. И еще маленький нюанс, помимо внешнего клапана, здесь присутствует второй внутренний клапан, который дополнительно защищает
от ветра, чтобы куртку не продувало. Теперь, что касается исполнения. Барс всегда делал очень качественные вещи, как горки, так и другую их продукцию, и эта горка не исключение. То есть все швы ровные, очень удобно все сидит, все продумано. То есть дополнительные изменения только улучшают удобство ношения. Все размеры соответствуют обычным российским размерам. Первая цифра – это размер, который идет по объемам тела. Вторая цифра – это рост человека. Смотрите размерные таблицы. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.